Итак, ну что ж, привет всем и добро пожаловать. Надеюсь, слышно, видно, все нормально. И если да, то давайте продолжим проходить Persona 5 Royale. На прошлом стриме у нас было много чего интересного, включая пробуждение Касуми. Но теперь нам нужно взять и разобраться с проблемами, которые у нас есть связанные, во-первых, с Хару и ее отцом, который пытается сбагрить ее пареньку богатенькому, получить политическое влияние благодаря отцу этого парня. Наша Хару, само собой, не хочет становиться чьей-то секс-игрушкой, так что мы должны попытаться помочь ей. Ну и во-вторых, пошли очень много слухов насчет Окумура Фуз, то, что они довольно инистая компания сидела. Так что погнали. Лерой, бабло и еще какая-то хрень. Ничего интересного. Так, ну что ж, погнали. А мы остановились на чем? На том, что нам нужно найти ключ доступа, ключ-карту доступа начальника или кого-то выше для того, чтобы открыть одну дверь, чтобы пойти дальше. Собственно, мы пока что продолжаем искать. Пока что мы нашли ключ доступа ассистента начальника отдела. Так что нам нужно сейчас найти или начальника отдела, который нам даст информацию насчет, где находится сам начальник. Ну или сразу начальника. Вперед. Погнали. Ух, они исполнились. Иди сюда. Наверное, стоит похилиться. Лучше возьму Макото и вперед. Привет, привет, Джифлейм, привет всем еще раз. Надеюсь, у вас там все нормально. Звук громковатый, наверное. Сделаю потише. Так, надо похилиться и морф. О! Неизвестно слабости. Так, неизвестно сейчас будут. Известно. У него слабость к свету. Да. Ну, Матвей, если что, YouTube в помощь или Twitch. О, кстати, у меня наконец-то в моем чате начали нормально отображаться количество зрителей на YouTube. Слушай, Салар, сделай одолжение, посмотри, сколько там зрителей пишут на Ютубе, чтобы проверить. Неужели это чатик починили? Лучше дебафнуть на всякий случай, чтобы не получить по жопе. Сейчас бы Касуми со своим светом. Да, действительно. О! Шоу-тайм. Садакай не хана усвоили то сил.
Шикарно. Но этого дамага не хватило, чтобы его прибить. Да вы издеваетесь. Шоу-таймы все-таки не ультимативные атаки. Они просто мощные атаки. О, левел. Не, ну красиво, красиво. Реально, эти шоу-таймы классные. Плюс их активацию довольно интересно сделали на тачпаде. Прямо так прикасаешься, плавненько, красиво. Так. Мы здесь где-то остановились на прошлом стриме. В этот раз у нас тут два синих. Их двое. И они оба отдают приказы другим роботам. Так, они что, начальники или начальники отдела просто? Ну, может быть, это просто начальники отделов? Потому что я ощущаю в дальнюю комнату за пределами этой, этих, какую-то более большую реакцию. Вот парень, скорее всего, и является наш начальник, которого мы ищем. Ну, в любом случае, у этих начальников отдела все равно должно быть, должен быть допуск более высокого ранга, что у нас есть сейчас. Может, все-таки стоит попытаться взять его на всякий случай. Верно. Возможно, без карты доступа этих подчиненных мы не сможем добраться до начальника. Ну что ж, ну тогда, кто бы из них не был, наша цель, завалим обоих и просто посмотрим, у кого есть нужный доступ. Не, подожди. У меня, конечно, все расплывчато тут ощущается, но только один из них должен быть завален. Только один из них является именно начальником отдела. Второй просто так, рабочий. Кто из них тот, кто нам нужен? Может, серьезно, просто их обоих завалим? А вы уверены, что нам стоит тратить лишние силы на них? Давайте просто их послушаем и совместим с информацией, которую мы уже слышали про начальника отдела. Думаю, так мы сможем понять, кто из них действительно начальник отдела. Вы кто такие? А ну, быстро вернулись на свои посты. Любой подчиненный, который бесполезен, должен быть выброшен прочь. Так. Слушайте, мы в прошлый раз, когда общались с ассистентом начальника отдела, он говорил, что начальник отдела постоянно обзывает его бесполезным, ненужным и так далее. То, что все должны быть полезными. Ну, как мы видим, в прошлый раз как раз красным еще выделялись слова. И, как мы видим, мы тут уже нашли слово «бесполезность». Так что это наша цель. Подождите, на самом деле мы тут пришли по делу. Мы человеческие ресурсы. Мы фантомные воры. Человеческие ресурсы. Тогда почему вы не сказали сразу-то? Я всегда занят. И поэтому не могу следить за всеми. Однако, если надо, я и могу
найти вам нужное место, где вы смогли бы вложить ваши усилия, быть полезными. Нам вообще-то нужен начальник. А вы начальник отдела, как я понимаю, да? Давайте второе. Я вижу, вот тут у нас смельчаки. Да, я начальник отдела. Вы что, только сейчас это поняли, что ли? Блин, походу не тот вариант. Вы должны обращаться со мною должным образом, как к старшим. А не вести себя как полные бесполезности. Понятно, он постоянно говорит о полезности и бесполезности. По-моему, ранее мы слышали что-то от кого-то другого. Ну, от ассистента начальника отдела, то, что его что начальник отдела постоянно использует слова полезные, бесполезности и так далее. Если вы не будете полезными, вы можете быть раздавлены или выброшены куда-то там, не уточняется. Так, стоп, подождите, теперь как я смотрю на вас. Вы точно сотрудники нашей компании? Вы какие-то странные. Так. Ну, думаю, уже пора разбираться с ним. Думаю, нам пора уже разбираться, это он или нет. Что будем делать, Джекер? Так, ну это он. Возьмем его. Это наш парень. Наш парень. Давай просто убежим. Возьмем его. Это наш парень. Ну раз решено, тогда давайте быстрее. Поторопимся и завалим его. Эй, вы что задумали? Это что такое? Бунт, что ли? Слушай, этот парень, похоже, любит поболтать. Джокер, может, попытаешься вытащить из него какую-то информацию? Развяжи ему язык. Вы что тут творите-то, а? А ну, быстро тут признались. Зачем пришли? Нам нужен этот начальник. Мы хотим встретиться с начальником. Ну, нам нужно, чтобы... Ну, нужна помощь с начальником. Что? Вам нужен начальник? Чего ты так кидал? Да не может быть на иное. Вы что, не знаете, кто наш начальник? Это безумный парень. Такие, как вы. Не стоит и его мизинца. Похоже, начальник большого мнения о себе, судя по его словам. Так, ладно, Джокер, что будешь делать? Будешь пытаться его еще раскусить, точнее нет, заставить рассказать
больше подробностей об этом менеджере. Этот парень действительно находится на хорошем посту и опьянён своей силой. Для него я всего лишь слабак. Ничего себе. А где ваш босс находится-то? Местоположение. У босса, начальник. Где он находится? Я не знаю. Однако такие, как вы, таких, как вы, или с такими, как вы, начальник даже говорить не станет. Ладно, похоже, бесполезно пытаться что-то еще и вытаскивать из него. Давай, звали его, Джокер. Ну ладно. Мы узнали лишь то, что начальник какой-то надменный сукин сын. Большого мнения о себе. И считает всех слабыми вокруг себя. Скорее всего, это нам поможет опять выбрать из двух там или трех. Вы как там? Все нормально, все понятно? Надеюсь. Так. Кстати, нам ассистент начальника говорил что-то про ветер. Касательно начальника отдела. Так что у этого начальника отдела слабость должно быть ветер. Есть. Блин, в этой хрени начальник отдела, начальник и ассистент начальника отдела реально можно запутаться легко. Если не быть осторожным. Так, ну это будет быстро. Стоп, а он... Почему у меня Кодама? У меня нет нормальной персоны с навыком ветра. Есть. Количество дамага всем врагам заменим на маленькое. Так, я смотрел структуру местной реальной администрации, там все примерно все так же. Ну да, как бы. Ну, значит, я в этот раз правильно перевел все эти названия. Просто тут как бы, собственно, Бучо — это начальник, Кайчо — это начальник отдела, и Какучо — это ассистент начальника отдела. Вот. Проблема не прочистит на японском, проблема правильно на русском для меня использовать. Потому что в английском легче намного, мне лично. Потому что это у нас. Так, окей, мы получили, собственно, допуск начальника отдела. Так, это еще один допуск рабочего. И в этот раз мы получили допуск начальника отдела. Да. Значит, это начальник отдела, а не начальник, ну не именно, а допуск начальника, который мы ищем. Ну а что он в следующем будет? Так, на русском ассистент это вроде зам. А, значит, я все-таки просрался где-то. Ну, короче, смысл понятен. Самое важное, уже буду.
Блин, ну почему не дает? Ну ладно. У нас уже есть, собственно, ID рабочих данного уровня, то есть начальника отдела. Если будем сражаться с ним, просто потратим силы впустую. Ну ладно. Есть? Есть. Хорошо. Это тоже открыто. Так. Ну что ж, мы действительно становимся очень близки к самому королю, так сказать. Я уверен, что после начальника отдела дальше мы найдем самого начальника. Однако, ребят, будьте осторожны насчет своего физического состояния и не перенапрягайтесь слишком. Если почувствуете усталость, то обязательно отдохните в сейф-рум. Подожди. Не, вот как лучше. Помощник начальника отдела. Вот. Так нужно было. Ну ладно, я уже ассистент. Ассистент, помощник, да, одно и то же. Так, по сравнению с предыдущими комнатами, здесь я не ощущаю какую-то мощную реакцию в какой-либо комнате. И как мы видим, тут нету ни одного робота, который отдает приказы. Ну, тогда это означает, что нам туда вообще не нужно, что ли? Да нет, не совсем. Раз тут нету их босса, то, возможно, это хороший способ для нас собрать информацию насчет его местоположения. И кто он такой. Понятно. Джокер, ну давай послушаем этих ребят. Посмотрим, что они говорят. Ну да, вот, собственно, у нас две цели, как я понимаю. Вот один зеленый. Один из них начальник, нам нужно найти, кто из них. Ну, пойдем послушаем сначала вот этих ребят. Они так сконцентрированы на работе, что... Эй, я не успел прочесть! Блин, в логу не сохраняется, срань. То есть мы, по сути, будем подслушивать. Называй это джентльменскими социальными навыками. Как и ожидалось от тебя. В конечном итоге смогла подслушивать Лебланк и узнать, что мы фантомные воры. Ой, да, это была фигня. Я когда-нибудь покажу вам, как работает моя прослушка на самом деле. Это для фантомных воров. Ну, в любом случае. Нельзя отрицать, что это был хороший ход. Сейчас нам нужно заполучить информацию. От этих сотрудников. Касательно их боссов. Да, похоже, у нас впереди ожидает несколько целей, только одна из них будет настоящей. Так что давайте соберем или послушаем всю информацию, которую сможем. Ой, меня заметили. Эй, вы что такие? Работали. Ой, нас спалили. Валя. Блин, я просто хотел его послушать еще раз. Я не успел прочесть. Очень полезно. Кто там лучшие? Он всегда говорит, что я самый лучший.
большого мнения о себе этот сраный босс. Блин, больше времени, ну ладно. Короче, последний чувак говорил что-то насчет того, что раздражает его все это. Слушай, Вильден, я бы на тебя посмотрел. Я тут, блин, ради вас старался, чтобы прочесть нормально и перевести вам текст, поэтому подошел поближе. Кто знал, что этот мудак меня заметит и прогонит к черту? Господи. Так. Мы послушали всех четырех. Что будем делать, Джокер? Я бы хотел бы еще послушать их, или же... Ладно, хватит информации. Ладно, пофиг. Ну что ж, тогда найдем... Давай покинем эту комнату, а то у нас проблемы будут. Сейчас люди, блин. Я ради вас старался, блин, а в конечном итоге мне обвинение в том, что я не умею в стелс. Нет, я умею в стелс, но это не стелс, блядь. Я сделаю ставку на второго чувака, а там посмотрим. Один из них тот, кто нам нужен. Он должен быть надменным и говорить, что я выше. А, вот, собственно, нашли. Я Всевышний! А вы? Чё за крысы? Как вы сюда попали? Кто такие? У вас какое-то дело здесь к нам? В лучшую корпорацию Окумура Фуд. Компанию просто. Ты менеджер? Я не понимаю, о чем ты. Может, поговорим немного? Фу, менеджер. Ты начальник? Ага. Вот оно как. Я все понял. Вы должны быть те самые фантомные воры, о котором слухи идут. Ха-ха-ха. С надменностью причем. Ну, ладно. Я скажу вам, кто я такой. Все так и есть. Я тут начальник. Хотите верьте, хотите нет. Я тут самый высший. Это все, что вы от меня хотели? Расскажи нам, как ты добился всего этого в прошлом. Точнее, нет. Расскажи нам о своем прошлом, как ты добился этого. Давай обсудим, какие у тебя планы на будущее. Поговорим, может, немного? Ого. Ничего себе. Вы хотите услышать, как я пришел к успеху? Вам это интересно? Когда я еще был молодым, все были скромнее. И молодежь с уважением стремилась вверх по отношению к остальным. А не то, что молодежь в наше время. Слушай, похоже, время уже решать, это наш парень или нет. А то он болтать будет тут бесконечно, что делать. Да, это наш парень. Мы его оставим. Да, это наш. Ну что ж. Тогда завалим его, Джокер. Так, а с этим нам общаться не надо, потому что нам и так все известно. Не, ну понятно, Вилден хотел пошутить, но шутка не удалась. Просто забьем. Солар потушил мой пукан. Огнетушителя. Не, ну серьезно, как бы докапываться до такого. Ну, докапывайтесь, если хотите, но. Все видели, что тут происходит. Мне кажется. Так, интересно, какая у него слабость?
Так, огонь мы пытались только что использовать. А что насчет вот этого? Ну! Ветер. Ну, у него вряд ли будет. Ну да. Слабость ветра была только у начальника отдела. Ну, как ты видишь, электричества нет. Ну, кстати, может... Может, стрелковое, кто знает, но нет. Так, ну у нас остался лед, Сай, кстати, возможно, Псай, Святая Сила, темная или физическая. Как вы думаете? На что делаем ставки, ребят, в этот раз? Так. О, господи, что там в чате происходит? Я вот тоже думаю, Псай, наверное. Давайте поставим на свет. Я Вилдио, но в такие вещи больше доверяю. Стоп. Ноуп. Фак! Окей. Пробуем Псайдера тогда. Где у нас тут более сильный? Есть! Он! Нашелся! Так, слушайте, мне кажется, у нас тут умирает немного. Вот так. О! Прекрасно! Есть. Ура! Мы наконец-то нашли допуск начальника. Это означает, что мы можем теперь пройти через ту дверь. Ну тогда пошли. Наконец-то попадем на тот этаж, а этому сможем сказать «До свидос». Так. Ну, меня же не пустит этого завалить. Ну да. Ну все, мы прошли. Ура. Молодцы. Дальше нас ждет... О, господи. Дальше у нас фабрика, по-моему. Как-то.
Ну да, этот кусок данжа полностью изменен. В оригинале он был немного другим. В оригинале мы, по-моему, тоже ходили по трем секциям, но там просто подслушивали, били, подслушивали, били. Тут они все изменили. Все. Я просто после вчерашнего стрима посмотрел. У меня были сомнения на свои старые записи. И да, вот этот кусок полностью новый. Хотя, может, сейчас будет еще и старый. Кто знает. Но нет, нет. Так, мы нашли нужный доступ начальника, который нам поможет пройти эту дверь. Так что должно все сработать. Само собой, возможно. Ой, господи. Хорошо, наконец-то. Вы знаете, это все немного действительно как-то странно. Я думала, что Укумура является настоящим преступником, что стоит за людей, что превращались в овощей. Но пока что мы не услышали, не нашли ни единую крупицу информации касательно этого дела. Неужели он так сильно это все прячет? Ну, самые важные драгоценные вещи у него должны быть, собственно, в самом центре дворца. Так что пошли дальше. Окей. Так, вы как там, все нормально? Нужен перерыв или еще нет? 40 минут стрима, так что да, ему нужен. Хотя бы часик доберем. Но этот кусок было быстро. Плюс сегодня как-то все бодренько идет. В сравнении с вчерашним. Смотрите. Там, скорее всего, сокровища находятся. Мы приближаемся. Но тем не менее, это место все еще далековато находится, несмотря на то, что мы проделали довольно большой путь. Однако, теперь нам придется по этому пространству как-то добраться до следующей стороны. Понятно. Понятно. Ну давайте попробуем тут найти что-нибудь. По-моему, вот этот кусок данжа они тоже изменили. Потому что я там уже вижу, что можно зацепиться за чем-то. Но они сменили, по сути, архитектуру многих локаций в этом данже. Ну да, вот смотрите. Опа! Воу, ничего себе! Ничего себе! А так можно было? Ну да, у нас появились новые фишки, поэтому у нас данж проходится по-другому. Не, классно, этот данж реально полностью изменили. Так. И мы возвращаемся обратно, да? Да. А чё толку? Ну, Night Ray. И что? Во-первых, у нее маленький левел. Во-вторых, а чё, у меня нету навыков псая? По-моему, у моих персон есть, насколько я помню. Тебе не кажется? Причем
Ну, окей, он вот АОЕшный, навык пса и среднего, фу, маленького дамага. Ну, окей, маленький, но он есть. Так, это просто псай на одного врага. У меня была еще какая-то персона, но, по-моему, я не взял в этот раз ее в патч. Что я не жалуюсь. Так, куда дальше? Так, во-первых, нам нужно найти Иши. Следующий. И, скорее всего, один из Ищи находится где-то здесь. Оп! Обилка. Так. У них слабость ветер. Nope. Огнище. Ноу. Ну, рай, вряд ли. Ну ладно, они дохают как мухи. Муфматы. Они реально пушистые выглядят. Лучше. В смысле, Амара. На мотылькова не похож. Животники. Опа. Ну, тут нет смысла. Нам нужно бегать. Она саму себя побила. Лежать, красава Ан. Использовала свои женские чары. Да твою же ж! Гордон, боссов, мне кажется, вряд ли получится превращать в мышей, обычно не дают такое делать. Но вот обычных врагов, кстати, да. О, блин, чару, смотрю, не могу оторваться. Да, я тоже, вот, уже почти 180 часов или сколько мы там наиграли. Ну, 160. Ну, примерно, я сказал. Господи, да твой живот за ногу. Узика, блин. О, кстати, а может попробуем его завербовать, что ли? Кстати, я не помню, он у меня есть или нет. Ага, хрен, иди в жопу, мне сказал. Ладно.
Я пытался. Это была плохой идея. Но я пытался. У меня 43-й левел. Как и у него. Блин. Что-то пошло не так. Не, ну эти сволочи, конечно, жесткие. Так, ну, я вижу, что он физурон отражает, но что я могу сделать, когда он дебаф накладывает, и они, персонажи сами идут? В этом проблема, то, что мы можем сдохнуть в любой момент. Но, похоже, Night Trave... Стоп, то есть ты обвиняешь меня в том, что я только что убил своего персонажа сам, когда использовал физический урон. То есть ты не заметил, что враг использовал ярость на ГГ. Точнее, на всю команду, и, к сожалению, на ГГ навесился. У ГГ большой дамаг, и он сам себя убил, потому что дамаг больше, чем у его ХП. Ой. Понятно. А, ну Night Trave, знаешь, как говорится, 7 раз и помер, один раз порежь. Вижу, это не для тебя, да? Мы сначала порежем, а потом будем мерить. Да уж. Ладно, забыли. Все ошибаются. Так. Что у него там слабость? Нет. Так, ну иди сюда. Дебаф. Хорош. Но он очень живучий. Его ход следующий. Фиг тебе. Фиг тебе. Блин, он шлепает себя по животу.
Хорошо, что не про, не по кое-чему другому. Так, ну тут будет легко. Есть. Следующий ход его. Тогда и пропустим. Хорош. Рискну. Есть. Так, дай мне свою силу. Иди в жопу, понятно. Он не дает мне свою силу. Вот теперь мы получим. О, ХП. Так, кто следующий будет? Шокер. Ну ладно, тогда. Господи. Спать. Что? О. У меня был выбор, захилить или усыпить его. Я рискнул. И получилось. Готов. Блин, ну зато дали, конечно, плюшек за него не сильно. Не, ну это самый противный пока что противник, что есть в этом данже. Значит, и дадим ан предмет для восстановления маны. Так, какой максимальный уровень? Ну, в оригинале 99-й. Думаю, тут такой же. Стоп, а зачем мы сюда залезли? Просто так, чтобы видок посмотреть. Раз. А, вот его слава. Серьезно? Come on.
Ну то, что он крылатый, как бы он не летает в воздухе, а сидит на земле, поэтому кто его знает. Что, это все? Ради чего я пришел сюда? Окей. То есть я пришел сюда, ну, ради опыта немного. Окей. Ну, Night Trap, в данный момент у нее что-то типа Томпсона похоже. Но изначально УЗИ, но у нее зависит, тут куча оружия у нее. Валим. Блин, сейчас эти хрени по две штуки жрём, как семечки. А в первом данже он был один из стражников врат Кииши. Да. Хотя вроде мы его там изи завалили. История, а в чем именно непривычность? Привыкай. Да. Конечно, было бесполезно так делать, но я захотел. Надо было всех завалить Анну и все. Ну, я надеялся на какой-нибудь шоу-тайм, может быть. Ну, Night Trap, увидишь. Скажем так, в трейлере показали. Но я лучше промолчу. Не испорти сюрприз. Так. Понятно. Нам только в эту сторону. Сокровище! Привет, Дельмур. Бежать. Опять бы. Ой, не то. Стоп, чё это?
Сгорей! Опа. Нет. Что мы еще там не пробовали? Лед, ветер. Ноп. Физ-резист. Окей, нашли слабость. Иди ко мне. Иди к папочке. Ну, как видишь, не лед. Стрелковое оружие оказалось. Так. О, это будет быстро. Какого? О! Ну, собственно, вот новое прямое взаимодействие Футабы на поле битвы. Походу, это все. Именно под самоуправление мы ее не получим. Только вот добивание. И что-то Иши нигде не видать. Оп. Ну, возможно, в следующей локации. Там у нас еще фабрика и потом аэрлок. Так, хорошо, добрались. Сокровище где-то там внутри или как? Нет, оно за этим зданием. Мы определенно становимся ближе. Знаете, я все равно нахожу это довольно странным, что до сих пор мы никаких улик касательно того, что Окумура имеет связь с людьми, что становились овощами и теряли рассудок. Есть какая-то связь. Ну, в конце концов, его дворец основан на его компании, на штаб-квартире его компании. Он, скорее всего, само собой, практически никому из обычных рабочих об этом не говорит.
Поэтому мы и не сможем ничего на... Поэтому мы и не смогли, скорее всего, ничего найти до сих пор. То есть, грубо говоря, нам нужно в конечном итоге просто спросить у тени напрямую. Ну что ж, после офиса у нас что там? Фабрика? Ну что ж, давайте поспешим внутрь. Это было круто, что именно. Ой, последний кусок данжа я помню с Аэрлок. Там весело будет. Кова. Опа, еще раз. Так, ну да, было классно. Что, приехали? Да едь. Блин, нам все-таки лучше было наверх. Ладно. Сначала в сейф-рум и сохраниться на всякий случай. А то, знаете, всякое дерьмо бывает. И давайте сделаем тут перерывчик, раз уже час прошел. Как раз. Перерывчик. Перерывчик.